немного теплый. На холостом ходу столько потребляет, когда происходит плазма, тогда потребляет 2-2,5 ампера, и напряжение просаживается где-то на 34 вольт. Каждую катушку такую можно ввести в последовательный и в параллельный резонанс. При параллельном резонансе ток будет падать. Вот теперь 0,7 ампер, это не совсем параллельный, это наполовину последовательный, наполовину параллельный. Вот я буду понижать частоту. И параллельный резонанс всегда ниже, чем последовательный. Сперва параллельный следует, потом последовательный. Вот, уже начинает повышаться. Нужно крутить, самое малое потребление найти. Это и будет параллельный резонанс. Тут напряжение просаживается, поэтому при последовательной были бы еще сильнее плазма. Если бы напряжение не просаживалось, ну вот 0,46 примерно, это параллельный резонанс. Ампер, самое малое потребление. Ни на каких других близлежащих частотах, или если убрать вот эту катушку, которая внутри находится, вот эта резонансная, вот от которой горит неоновая лампочка, тогда бы потребление было побольше, а то она на параллельном резонансе дает назад энергию. Поэтому потребление меньше. И вот теперь попробую ввести в последовательный резонанс. Вот я буду крутить, и будет повышаться потребление. Вот. Она даже станет выше, чем вообще, если эту катушку убрать. Она станет очень большой вообще-то, если тут просадки напряжения бы не было. Ток бы очень сильно вырос бы. Вот даже до 3 ампер, до 4 там почти доходит. Вот до 30 вольт уже просадка идет напряжение. Вот, а даже отсюда, он говорит, неонка очень далеко. Потому что поле очень сильное. Но когда я буду приближать вот эту антенну, вот, то есть этот земляной провод, тогда
даже до 4 ампер доходит. Но напряжение на 25 вольт, до 22 даже он просаживает. Когда я приближаю эту антеру, я в нашем емкость он немножко, наверное, выходит с резонанса. Три и 4 ампера и 29 вольт. Вот так потребление сильно начинает расти при последовательной резонансе, что даже выходит, то есть даже просадка очень сильно начинает напряжение идти. Это их в какой-то мере и хорошо, что просадка идет, так бы мог бы транзистор сгореть. Вот 20 вольт и 4,2 ампера, так бы там 8 ампер было бы, если бы просадки не было. Накручу где-то. Где-то 1,5 хочу накрутить. Руку приближаю уже, и то он 0,79, когда регулирую 1 ампер. Вот руку убираю, 1,65.
быстро горячий уже. На своем драйвере. Еще такое заблуждение есть, что чем меньше скважинность, тем Тесла, трансформатор Тесла лучше работает. Но это не так. Тут скважинность, наоборот, где-то 60%. Он нормально работает. В идеальном случае скважинность, по-моему, должна быть 50%, чтобы обратный ЭДС выброс как раз совпадал и как раз толкал бы катушку. А так он будет не толкать, а уже мешать. Но тут скважина 60%, и как бы наоборот чувство, что может быть даже лучше работает, чем было бы 50%. А когда скважинность 50%, тогда я не заметил, чтобы там что-то очень то есть когда 40%, что что-то там хорошо работало. Там транзистор тоже греется. Ну и тут он теперь уже очень горячий. Пусть нет этих. В общем, не важно, не так важно, какая там скважинность, или 60, или 50, примерно КПД такой самый.